По состоянию на 24 мая ситуация по пожару находится на контроле Акимата области, а также Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Весь вчерашний день велась работа по тушению трех очагов возгорания. Два из них были локализованы и потушены. С третьим очагом, находящимся в районе Соленого озера, ситуация сложнее. В связи с усилением ветра до 20-25 метров в секунду пожар переходит с низового в верховой вид. На помощь спасателям прибывают дополнительные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям из Астаны, Павлодара и Карагандинской области. Это порядка 133 человек и 26 единиц противопожарной техники. А первый заместитель премьер-министра Роман Скляр с утра провел заседание оперативного штаба в режиме видеоконференции с участием акима области Абай Нурлана Уранхаева. Стоит отметить, что глава области сам находится на месте пожара, где совершил облет территории. Также прибыл вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков. Свежей информацией с места событий поделился заместитель акима области Дмитрий Гариков. На сегодняшний день у нас личного состава 434 человека, 110 из техники противопожарной. Значит, работает уже с 7 утра сегодня два вертолета и 8 с системой ВСУ, значит, с водозаборными системами, которые производят тоже тушение пожара. Сейчас на 11 часов у нас прибывает еще дополнительно два вертолета. Один вертолет МЧС с Карагандинской области, Министерство обороны. Значит, также попросили, сейчас еще у нас дополнительно будут привлечены средства Министерства обороны. Это высокопроходимая техника, бульдозера.